Ну что, друзья, заехал за рыбкой, как всегда. Да у меня так не бывает, чтобы я только за рыбкой заехал. Короче, покажу, что купил. Короче, вот она рыба, такая здоровая. Ну, я ее вытащу, когда покажу. Две штуки, форель. Килограмм стоит 8,49. Раньше стоило, по-моему, 5 евро, что ли, что-то такое. Лакс форель стоила 7 с копейками, а сейчас вот. Здесь, короче, килограмм 94 грамма. Отдал 9,29 вот за две штучки. Но я открою, покажу, какие они. Спасибо всем, кто новые подписчики подписались, всем старым подписчикам огромный привет, что привет и спасибо, что вы остаетесь со мной. Новым тоже огромное спасибо. Вот. Я думаю, до завтра или до послезавтра. Посмотрим. Завтра, может, в сауну схожу. Надо отдохнуть маленько. В сауне попариться. Поглядим. Все, на сегодня. Я думаю, все. А нет, какое все, ё-моё. На сегодня не все. А рыбу кто готовить будет? Сейчас я покажу. Вот обещал показать рыбу, какая здоровая, да? Да. Ну и вот кто-то спрашивал про ножик-то вот этот, про рыбу, что чистить. Я ей чистил, большую рыбу чистил, а мелкую нет. Думаю, видно будет сейчас, да? Видно. Дох. Чистить хорошо, вот. О, красота! Вот она счищает, а это все должно туда залететь. Но это мелкое, мало совсем, да. Так что работает эта штучка. Я крупную рыбу ей чистил уже, да. Ну, мы это оторвем здесь бумажками. Короче, нам нужна фольга. Решил я одну рыбу сделать, а вторую рыбу завтра сварю уху. Наливаю маслица. Чуть-чуть ее водичку уберу маленько. Так вот, как раз. Наоборот надо. Вот так мне надо. Вот. И сейчас покажу, что мы ложим в рыбку Ну, вовнутрь. сперва, конечно, мы посолим ее. Набиваю нашу рыбку луком. Это гемюзы цвибель. Кстати, интересно, почему они его так называют. Ну, лук это и есть гемюзы. Ну, а это вот гемюзы цвибель. Ну, тут соку больше просто, да? Сейчас мы ее тут луком забьем. Побольше лучка. Он очень вкусный будет. Нарезал лимончик такими тоненькими тоже половинками. Тоже сюда. Луку много напихал. Ну, поди, никуда она не денется тут. Так, поверху маленько пройду. Цветной перец. Много не буду. Поверну. Сейчас повернем. Вот хоть электрическую запускай. Сейчас запустим О, электрическую. запустили. Так, помельче надо сделать. Крупнее, мельче. Ах, это крупно, вот мелко. Вот как работает. И можно одной рукой все делать, да? Отправим сюда
Тоненький пластик и помидорка еще. Хватит, много не будем делать. Мы, иначе мы не запихаем их туда. Вот так, и макаром. Все, лук туда, все туда. И все, заворачиваем. Сейчас мы ее, ну, маслом поливаем. С этой стороны тоже, потому что иначе у нас она пригорит, а фольга-то у нас не смазанная. Вот, что у меня жесткая кисточка какая-то, надо новую купить, наверное. Так. И заворачиваем фольгу. Делаем обязательно второй слой. Первый прорвется и пропустит. Вот. Наша рыбка приготовлена, готовится. Оставлю так, оставлю ее сейчас на полчаса примерно. Да, полчасика полежит у меня и в духовочку, и она будет там у нас жариться. А мы приступаем дальше. Короче, я как Плюшкин. У меня закончилось оливковое масло, чуть-чуть есть. Короче, я почистил картошечку. Вот. Я ее сейчас солю. Перчу. Вот. Беру сухой розмарин. Сухой розмарин. Маленько его раздавливаю. Не знаю, как вам видно. Там поближе подвинуть надо, да? Раздавливаю его. Потом это дело все перемешиваю. По-моему, соли было маловато. Теперь беру лучок опять этот. Гимюзец виби. Хватает, много не надо. Теперь выливаем остатки оливкового масла. Кончилось, я даже и не знал. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Завтра купить надо. Так как у нас нету оливкового больше, мы берем Ляйн-эль. Это льняное масло, да? Она, по-моему, даже безвкусная. Вот. Теперь мы это дело все перемешаем. Перемешаем хорошо. И теперь, кто помнит, у меня на балконе рос розмаринчик. Я его ложу так вот, хватает верхушки. И тоже даю чуть-чуть постоять и отправляю в духовочку. Сейчас через полчасика как раз и поставлю и рыбу, и, ну, я сделаю что? Я фольгой сверху закрою, чтобы не сгорела картошка. Ну и буду, естественно, посматривать. Ну, сперва я так поставлю, чтобы она взялась, а потом буду посматривать и закрою фольгу. Ну и в конечном итоге покажу вам все. Так что ждем, когда приготовится. А я пошел мыться, бриться, расчесываться. Ну вот, друзья, такая рыбка получилась. Такая вот. Сейчас я ее на блюдо перекладу.
И вот такая картошечка получилась. И еще я сделал салатик такой. Вот. Так что нам приятного аппетита. И на сегодня всем пока. Ну что, друзья, уже второй день сегодня. Как и обещал, буду варить уху. Рыбку я уже почистил. Я вам показывал вчера, как я ее чистил своим специальным ножом пластиковым. Ну и у меня тут гость, короче, сейчас покажу ему. Лежит, обиделся на меня. Я тут мудрю, короче, хочу старые видео перекачать на компьютер с кассет. Ну и ездил, кабель покупал, его дома оставил, да? А, друган, я тебя дома оставлял? И что он наделал? А он сгрыз прихожку. Вот, целый угол. Подгрыз, не знаю, как будет видно. Вот. Да сильно. Но надо будет как-то ремонтировать. Скажи, друган, кто это сгрыз, ты? И вот он обиделся, теперь лежит, я его наругал, вот так вот лежит спокойненько. Да? Кто сгрыз? Не знаешь? Не знаешь, кто сгрыз? Кто тумбочку сгрыз? Скажи, так и будешь вспоминать меня теперь полдня, да? Не ты, не ты, да? Не ты сгрыз. Ну ладно. Типа это не я сделал. Вот так вот, видели? Вот умный до ужаса умный. Ты умный, да? Ну ладно. Так, ну вот она наша рыба. Вот я почистил уже картошку, нарезал. Картошку я режу крупно так, на уху. А небольшую морковочку, короче, почистил. Две луковки, два лука, один белый, один красный, короче, так вот. Ну и это еще не все, покажу вам. Ну что, начинаем готовить. Короче, рыбу я разрезаю. Она сильно большая, поэтому я ее разрезаю. И буду варить ее разрезанную. Ну, совсем мелкими я не буду ее. Так вот сделаю. Чтобы она не развалилась хорошо. Ну как, чтобы не развалилась. Развариться она развалится, но чтобы не развалилась. Вот таким макаром на 4 части. Варить я буду в большой кастрюле, в такой, потому что, ну, уху просто невозможно сварить в маленькой кастрюле, да? Закидываю, наливаю водички. Ну все, водички налил, включаю на полную, пускай варится. Значит, морская соль. Короче, соль забросили. Обязательно. Перчик такой круглый, да? Я прям так несколько штук бросаю всегда. Обязательно лаврушечка. Сразу так вот даже раз так, два так и даже три. Но они небольшие. Вот. И все, ждем, пока закипит. Уберем накид. Ну и дальше покажу. Ну, накид появляется, я ее сразу потихонечку убираю, потому что как бы ты рыбу не мыл, все равно что-то остается. Ну что, друзья, рыбка поварилась. Я ее вытаскиваю. Она уже сварилась, в принципе. Глаза побелели у рыбы, все. Ну, это кто, если не знает. Но я думаю, что знают все. Кстати, я сегодня разговаривал с одним блогером тоже. Евроазиат канал называется. Привет тебе, Евгений. Он сказал, что он с форели никогда не варил уху. А я вот с форели люблю. Ну, только с хорошей форели, с хорошей.
Вот я ее выложил так. И теперь отправляю картошечку и морковочку сразу сюда же, да? Картошечку и морковочку. Вот, пускай варится теперь. Чуть попозже отправлю лучок. Ну вот, чуть-чуть поварилось. Отправляем туда наш лучок, причем весь. Отправляем весь лучок. Это две головки лука. Чуть-чуть попозже я отправлю еще зеленый лучок туда. Все, пускай варится дальше. Ну вот так быстро картошечка сварилась. Ай, камера запотела. Это плохо. Маленько протерли. Отправляю зеленый лук. Такой много. Отправляю обратно рыбу. Нашу рыбку отправляем обратно. И пусть варится и опять на маленьком огне. Но опять же, это опять не все. Ну и заключительно это укропчик. Вот сюда его. И даю еще потихонечку вариться. И маленечко, немного, минут 5-7. Ну вот и наша ушица готова такая. Такая вот красивая ушица. Готовая. Ну и буду кушать. Буду сейчас кушать. На ночь глядя, ну, уха легкая. Немного можно похлебать. Рыбку я не буду, а вот уху. Рыбку Ирина любит. Ой, какая. Не знаю, кто как любит, а я еще добавляю всегда лук сюда. Добавляю лучок сюда еще сырой. Всегда. Всегда добавляю. Обязательно. Так вот даже сделаю побольше. Я так люблю. Не знаю, кто как, а я так. И, естественно, перчика в уху обязательно. Ну вот, как-то так. Чарлик там игрушку гоняет. Грызет. Я ему игрушку набрал, а он тумбочку сгрыз мне. Да? Чарли. Тут белье висит. Сохнет. На улице было холодно. Занес в дом. Вон игрушка валяется у него на полу. Только что с ним гулять ходили. Он пришел с улицы и игрушки гоняет. Ты че злишься? Че злишься? Или ты играешь? Моська. Жук. Вот так мы играем. Ну вот как-то так, друзья мои. Я буду кушать. Приятного аппетита мне. Вон тоже кто садится кушать. Вот такой получился влогик. Но я желаю всем здоровья, удачи, любви, счастья и мира на земле. Давайте, всем пока.